Юрий, расскажите нам, пожалуйста, о стенде, соответственно, о новинках. Что у вас представлено нового, интересного? Я понял. Смотрите, ну, во-первых, я хотел похвастаться нержавеющая сталь, которую мы производили, да, изделия. Сейчас у нас уникальная такая, так скажем, технология плазменной полировки. Чем она отличается от остальных? Тем, что текстуру, которую мы удалось нам получить, она очень схожа по текстуре с иностранными фитингами, вы видите, да? То есть визуально это очень эстетично смотрится и гармонично. Тогда текстура соответствует всему, да? Да. Технология на самом деле немножко сложноватая, то есть это многоэтапная технология полировки плазменной. Если в двух словах, плазменная полировка – это под воздействием высоких токов поверхность оплавляется и придается вот такая вот шероховатая поверхность. Но перед этим сначала мы ее пескоструем, причем пескоструем не просто песком, да, то есть мы используем специальную французскую нержавеющую дробь, она именно придает такую текстуру и потом ее заглаживает. Технология немножко сложновата, но результат, вы видите, очень получается красивый. Тоже хотел похвастаться новым нашим покрытием. Это финское трехкомпонентное покрытие. Оно стойкое абсолютно ко всем агрессивным средам. Мы пытались его, тестировали, пытались его разрушить и механически, то есть у него очень хорошая адгезия. Мы анаэробным герметиком, электролитами, кислотой, бензином, ацетоном, то есть разными агрессивными средами пытались его, на него взаимодействовать, оно не поддается ничему. Поэтому мы сейчас смело можем, да, гарантировать, что наше покрытие очень хорошее и качественное. Что еще? Ну, здесь у нас как в чехле получается. Я не встречал, может, да. Это уже давно. Чехол, да, теплоизоляционные чехлы, да, конечно, они выглядят немножко по-другому, как мы привыкли это видеть, да, у Майбаса или у других европейских производителей. Мы, к сожалению, пока не можем наладить производство полиуретановых чехлов, но, тем не менее, если кому-то нужна теплоизоляция, данный чехол вполне с этим справляется. Я бы сказал, он даже неплохо выглядит, как бы. Ну, на мой взгляд, тоже. Как это, свой стиль, свой дизайн? Свой стиль, свой дизайн, да, совершенно верно. Поэтому вот вполне. У нас есть свой швейный цех, да, то есть где мы стандартно выпускаем чехлы на всю нашу стандартную линейку, да. То есть мы не говорим с вами о специальных заказах, об индивидуальных, потому что те лекала, которые уже приготовлены, они, к сожалению, только для стандартной продукции. В принципе, у вас, и я бы сказал, большой выбор стандартной продукции. Большой, да, большой выбор стандартной продукции. Тем более, хотел тоже похвастаться, что сейчас мы начали выпускать гидравлические разделители мощности до 3 мегаватт. То есть даже большие промышленные котельные мы можем обеспечить. Ну, спасибо большое за рассказ. Не за что. До свидания. До свидания.